Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение Evil Genius 2. Так, что я подумал? У нас с оружейной вот тут проблемы, да? Потому что не влазят различные модели, так скажем, да? По оружию. Я подумал, что надо это дело поправить. Так, для начала надо пройтись. Угу. Рисунок с натуры. Это нам вот сюда надо поставить. Сейчас займемся небольшой перестройкой нашего логова. Чтобы у нас все влезло. Место пока у нас не особо, чтобы особо, да? Так, надо убрать просто это, да? А нет, ничего не надо убирать. А как так? Ну, допустим. А, это так стоит. Так, рисунок, значит, да, вам надо? Ну, допустим, вот так. Тогда по-другому. Блин. Все, путаюсь в клавишах. Ну, бывает такое, редко, но бывает. Так, вот это значит вот так. Вот это вот так. И еще один входит, отлично. Чего не влазит? Ага, понял. В чем теперь проблема? Да. Ну, например, так. И вот так. Окей. Подбешивает иногда вот так. Ладно. Сейчас будем придумывать велосипед. Как-то это все надо уместить. Так, 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 так. Вот так, значит. Вот эту пока вот сюда уберем. Так же нормально. Вроде да. Нет, не нормально. Так нормально, да? Да вы издеваетесь. А, ладно. Они меня подбесить решили прям по полной, да? Так нормально, нормально. Переставляйте. И нормально. В чем проблема? Понял. Отстал. Блин.
Все дело вот в этой маленькой херовине. Переставляем. Поднимает здоровье обманщиков. Ладно, это хорошо. Что у нас тут? Тут у нас все исследовано, да? Надо пройти дальше. Ладно, окей. Давай пойдем сначала вот сюда. Так, здесь все переставили. Поехали дальше. Раз. Два. Отлично. Теперь самое интересное. Медцентр. Тут надо явно как-то вот так делать. Так, это пока переместим. Вот так. А он не маленький, блин, тоже падла, да? Угу. Допустим. Только это ни хренашеньки не сработает, по-моему. Так, так, сделали, да? А это все равно никак не лезет. Придется одно убирать. Угу. Так, тебя можно как-нибудь вот так поставить? Вот так, отлично. Да, задача. Задача в два действия. Так. Во. Отлично. Это сделали. Так, оружие у нас исследуется, да? Давайте погнали в оружейную. Я думаю, что вот здесь мы сделаем вход. Так, вот раз, два, три, четыре. Нет, неправильно. Так. Ну и так, я думаю, достаточно будет. Дверь, соответственно, бах. Копайте пока, пока исследуется все это дело. Я думаю, еще надо вот чем заняться. Охранников у нас что-то много. Сделаем их человек. Ну, блин. Ну, 5. Потому что они не особо нужны нам. Наемников сделаем 35. Потом. Лакеев. Так, пропагандистов, так, научник, техников на 5 побольше, инженеров на 5 побольше, ученых тоже побольше, биологов тоже побольше. Так, роботрон можно сделать 20. Угу. Этих тоже 20 силовиков.
чудищ, они бесполезные, в принципе. 15. Отдел кадров. Так, ладно, погнали пока. Так, ждем. И сейчас будем заниматься перестановкой вот здесь. Так, по поводу инженеров. У нас что изучается? Морозные пистолеты. А вот это я могу переставить вот сюда? Нет? Ладно, пусть пока здесь. Также я хотел еще посмотреть. А, у нас еще не открыто, надо открыть вот эту вот штуку. Следующий ее исследуем. Так, тут все хорошо, все довольны. Research has begun. Так, у вас все хорошо, да? Вроде бы. Ну, ждем, ждем. Исследование, потому что, ну, прям очень я хочу вот этот проход наш как-то по-хитрому сделать, чтобы они шли более долго к нашей базе и умирали по ходу, если мы их не ставим на забрать. Кстати, что у нас по тюрьме? Надо места-то освобождать, пока не забыл. Многие районы были заблокированы силами закона. Да сейчас, сейчас, займемся этим. Это не к спеху. Так, 151 по электричеству. Давайте, наверное, тогда расширим еще электростанцию сразу, чтобы потом нам сюда не возвращаться. Как-нибудь вот так для начала. Ну и тут, я думаю, вот так. Влезут? Еще. Да, влезают как раз. Раз, два, три, четыре. А пятый не входит, да? Тогда вот так. Как-то увеличим сейчас, и все будет шикарно. Вот так. Ставьте. An interrogation has succeeded. We have more intel. Так, здесь все сделали. Все, ждем исследования. Тут. Ну пусть, в принципе, все стоит, эти потом перенесем. Ну, в общем, перестроим сейчас как-нибудь вот эту комнату. Как и исследование подойдет.
все довольны, деньги оставляют, все хорошо, значит. Казино надо, чтобы по красоте же все было, да? Тут у нас что стоят, какие столы такие? Давай вот так. И вот так. Так, отлично. Давайте вот эту разрабатывайте. Да сейчас будет золото, не бойся. Инженеры начали работу над морозным газом. Так, для инженеров надо добавить по-хорошему, да? Вот такую одну фиговину. Так, это у нас эта же штука, да? Да. Так вот. И вот так вот. Не понял. А, ты мешаешь. Сейчас придумаем что-нибудь. Отлично, стройте. Инженеров сейчас много. Так что это не помешает. Ловушки сработали. Всех в плен брать. Оптом. Ну давай, исследование. Так, вооружает автоматами. Давайте сразу переносить начинать. Раз, автомат. Ты у нас автомат? Ракетомет. Ракетомет пока оставим. Ты у нас что? Автомат сюда. Тебя отсюда пока достанем. Да, задача. Ладно, убирайте пока. Отлично. Вот это следующее меня интересует, но у нас нет золота. Ждем. Давай. 46-47. Денежки идут у нас неплохо. И довольно-таки быстро. Это не может не радовать. Поехали строить. Так, это у нас вот сюда. Электровинтовки. Морозные пистолеты. А где автоматы? Раз, два, три. Четыре автоматы. Ракетометы как раз теперь. Раз, два, три, четыре, пять и один отсюда. Шесть. Автоматы. Морозные пистолеты. Раз, два, три, четыре. Электровинтовки. Что-то маленькая она у нас будет, да?
Давай до конца ее тогда продлим. Электрошокеры. Ладно, пофиг, пусть стоит. Вот это значит пока сюда. А вот эту куда херню бы нам убрать? Она никуда не лезет. Задача. Давайте ее продадим тогда пока. Вот это мы переставим вот так. Столы. Вот так. Это. Это не двигаем. Это сюда. Может, еще просто что влезет сюда. К этой стенке. Так. Ну, вот так. В принципе, все. Я думаю, будет достаточно. Сейчас достроим здесь. Чтобы вся охрана у нас была вооружена. Пошли за автоматами. Так, морозные пистолеты, автоматы. Электровинтовки я остановился, правильно я понимаю? Две. Морозные пистолеты 4. Ну давайте еще что тогда. Ракетометов добавим, мало у нас их. Как-то так. Не хватает зарплату заплатить, сейчас хватит. Так, с этим мы разобрались. Тюрьма более-менее свободна. Так, по поводу лаборатории. Надо тоже маленечко ее расширить. Сюда у нас влезет, наверное, зарядная станция, да? В лабораторию. Зарядка. Тут все пока что. Тут тоже все. Так, так, так. Камеры работают, все работает. В принципе, ничего не забыл, да? Вроде нет. Наблюдение идет. Сигнал, мало сигнала. Это да. Так, ладно.
Давайте, пока денег у нас не особо много. Таким образом. Деньги. Получим. Так, ладно, деньги появились. Винтовки есть, все есть. Погнали выполнять основные миссии. Так, вот сюда надо кого-нибудь отправить. Так, отвлечь солдат. Это вот что? Это вот это? Руководство Горна. Допускаем. Уровень сети 2. Улучшаем. Смотрим дальше. Уровень сети 2. Улучшаем. Удар хочет, чтобы строительство штаб-квартиры. Понятно. Вот это тогда мы запускаем. Разбираемся. Тут тоже. Isolating unwanted files. Изолируй нежелательные файлы. Но изолируй. Уровень 2. Но это мы сейчас повысим. Ну и все, нам останется отвлечь вот это все дело. И все у нас должно пройти хорошо. И регион заблокирован. Ладно. Запускай. Так, меч отвлекли. You can't afford to pay all of your needs. Ладно, это пофиг. Так, ледовое облако, это хорошо. Agent Steel is here for you. Это агент Сталь. Надеюсь, ваши прислужники уже выпили утренний чай. Ну, надеюсь. Так, поехали здесь. Дальше сюда. Изучать. Что там по поводу агента? Где он? Что за агент там должен прибыть? Камеры вроде все работают. Надо освободить камеры. Потому что к нам сейчас кто-то прибудет. Видимо. Камеры все работают. Никого пока нет. New optional objective available. Так, тут у нас что? Можем, можем. Interrogation success. Запускаем. Has given us their secrets.
Охранников не хватает. Да вы серьезно? Ваши прислужники годятся только на мишени. Кто это говорит? Вот это что ли? Джейн Сталь, да. Все, убили. Тушите, что у меня здесь сломалось? Бассейн сгорел. Бассейн плохо, что сгорел-то. Хорошая ловушка такая. Верните, пожалуйста, бассейн. А здесь у нас что-то тоже стояло. Давайте посмотрим, может, что-нибудь получше есть. Морозный газ. Нет, морозный газ не то. Тут камеры нет. Давайте пчелы пусть будут. Кстати, бассейн не так, по-моему, стоял. Делаем вот так тогда. А что тебе тут мешает? Ничего тебе тут не мешает, значит все хорошо. Вот так. Поехали. Так, последний отвлечь молот на мировой арене. Ты кто? Ты молот. А где мои все охранники? 6-5. То есть я слишком много удалил охранников, что ли? Ну давай, ладно, пусть их будет 10. Значит, они тоже нужны. Охраны много не бывает, да? Как вы знаете. Послать кого-нибудь деньги пока. Зарабатывать. Потому что денег что-то у нас маловато. Давай сюда. Давай лакеев. Где деньги? Деньги, дайте деньги. Деньги, 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 деньги. А желательно лакеев. Что, еще не готовы охранники? Серьезно? База туристов. Ну давай, туристы это тоже деньги. Так, ну вроде все хорошо. Так, вот это я и хотел. Убивать любых агентов, что можно теперь нам. Вот этот, давайте, запускайте молот. Самое главное. Так, теперь нам надо, значит, что сделать? Уничтожать, там захватывать, а вот здесь уже можно уничтожать всех нахрен. Ну и тут, соответственно, тоже. Кто на базе, убивайте. Кто дошел до низу, тем более убивайте.
Так, исследования пруд, все хорошо. Вот золотишко маловато, это да. A trap has been triggered. Ну, сейчас тебя встретит. Нашего убивает. Ну это ладно, это наймут. Все, всех уводите. Отлично. Разделяй власть. Властвуй. Старейшая стратагема в мире. Мир теперь грызется внутри себя, а вы можете дальше действовать по плану. Одна за другой силы мира обращаются друг против друга. Как голодные крысы, они отступают, а я становлюсь сильнее. Сильнее всех, товарищ генералиссимус, но мир еще не пал. У него есть сторонники, которые выступают против вас. Фу ты, разок нарушишь права человека, и вдруг все решили, что можно объединиться против тебя? Поверить не могу. Нам решительно атаковать. Закончить то, что вы начали? Нет, я им покажу горло. А когда они попробуют в него впиться, напомню, почему меня называют Красным Иваном. Так, вам нужно обновить арсенал, но это мы сделали. Убить дознавателей мира на мировой арене. Убить солдат мира на мировой арене. Убить дознавателей. Применить хаос в регионе удар. Применить хаос. Ну, в принципе, несложная задача, но нам надо изучать дальше, развивать нашу базу, поэтому пока что сильно торопиться мы с заданиями не будем. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить большой палец вверх, если вам понравилась данная серия, ну и, конечно же, писать ваши комментарии под этим видео. Я обязательно всем на все отвечу. Увидимся в следующей серии. Всем пока!